2014 году 16 марта был проведен референдум о статусе Крыма. Согласно официальным результатам, при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России. Знаковым днем для жителей нашей страны стал день 18 марта, когда Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Магаданцы, которые активно поддерживали присоединение Крыма к своей исторической родине, рассказали вечернему Магадану о том, как это было. Смутное время, 14-й год, весна, непонятные движения на Украине, Евромайданы, митинги. Громче и громче стали звучать голоса националистов о русском языке, об украинской индивидуальности, о невероятных тогда вещах, о притеснении русского языка и русскоязычного населения. И вот тогда русские города, Севастополь, русский Крым, точно, четко прочувствовал эту ситуацию, потому что чувствовал ее изнутри и решил воссоединиться с Россией. Организовывая митинг в то время, мы, конечно же, хотели дать импульс нашему президенту, дать понять, что в России есть много людей, большинство, которые поддержат его решение о признании независимости Крыма и Севастополя. И президент нас услышал, и он принял единственное правильное решение – Крым, Севастополь – это Россия. Сегодня 7-летняя годовщина возврата Крыма в родную гавань не осталась без внимания общественных деятелей города Магадана. По их словам, «Крымская весна» является неотъемлемой частью истории нашего государства. Вот, наконец-то, мы 7 лет как обрели вот этот кусочек нашей родины. И это является форпостом, так же, как Калининград, как Дальний Восток. То есть за это мы должны драться. И я горд, что Крым наш. Наравне с тем, что действительно необходимо отстаивать права и суверенитет России, необходимо чтить уже сложившуюся его историю. Конечно, присоединение Крыма к России – это важное историческое событие, которое для всех, и для жителей Крыма, и для жителей России, это очень знаково, потому что Крым вернулся на свою историческую родину. И это то, что нам нужно будет помнить. Нам нужно будет, да, это всегда сохранять, эту историю, да, и нам, как там, волонтерам Победы, да, которые мы сохраняем историческую память, мы будем, да, дальше это передавать и рассказывать об этом, потому что важно помнить. Что же изменилось с того момента? За эти 7 лет экономика и промышленность Крыма активно развиваются. Построен Крымский мост, федеральная трасса Таврида, продолжается активное развитие туристического и санаторного кластеров. Спасибо всем крымчанам, что они поняли, что мы, россияне, без них скучаем, а они скучают без нас, потому что мы с рождения должны были быть все вместе. Крыму развитие, крымчанам здоровья, и пусть они нас ждут в гости, а мы будем ждать их. Приезжайте к нам на север, у нас тоже здесь тепло. Теплого моря, здоровья, чистого неба. Ветераны Магадана желают крымчанам жить в мире и согласии. Мы здесь!